Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя. И сегодня перед нами столовые приборы, в которых встречаются Восток и Запад. Коллекция Fuse от французской марки Degren. История бренда началась в послевоенные годы. В 1948 году ювелир Ги Degren открыл маленькую мастерскую, где начал производить столовые приборы из стальной брони от танков. Что само по себе стало инновацией. Взять танки для первых матриц столовых приборов – невероятно. Идея оказалась удачной. Мастерская выросла до фабрики и стала лидером в своей области. Так грубая сила стала изящной красотой. Приборы из коллекции Fuse сделаны во Франции. Тем не менее, имеют восточное настроение. Прототипом этой формы стали азиатские палочки для еды. Вытянутые узкие рукоятки удобно лежат в руке и делают каждый ваш жест во время трапезы особенно элегантно. Обращаю ваше внимание на качество исполнения. Взгляните на этот изящный переход от рукоятки к рабочей области. Здесь нет ни единой спайки, что говорит нам об очень высоком уровне этих приборов. Блестящая, вручную отполированная нержавеющая сталь устойчива к коррозии и к механическим повреждениям. Приборы поставляются в фирменных подарочных коробках. И мы предлагаем вам два варианта на выбор. В набор на 6 персон входят 6 столовых ножей, 6 столовых вилок, 6 столовых ложек и 6 чайных ложек. Если вы хотите, вы можете добавить к ним набор сервировочных предметов из ложки и вилки, которые продаются отдельно. Те же самые предметы входят и в набор на 12 персон. Разница лишь в том, что сервировочные приборы уже в комплекте. Ну и не могу не отметить, какой красивый здесь кофр. Коллекция Fuse – наш бестселлер. Поэтому приборы всегда есть в наличии. Заказывайте их на нашем сайте raywood.ru, и мы очень быстро доставим их, где бы вы ни находились.